Доброго времени суток. Сегодня мы продолжим изучение чек-листа. И сегодня у нас... Так, переходим, как обычно, к себе на блог. Вот наш чек-лист. Вчера мы создали триллер. Триллер для новых зрителей. Сегодня план структуры, планы страницы. Я создал новую страницу и будем проходить на ней все это. Я буду показывать, потому что это будет намного легче. Вот у нас есть триллер. Давайте мы триллер поставим. Где он должен стоять? У нас голый канал и не знаем, что делать. Здесь кнопок нигде нету, никаких, видите, никуда не залезешь. Что надо сделать? Нажимаю на вот это колесико. Здесь есть такая кнопочка. Нажимаем на эту кнопочку и нажимаем сохранить. Все, видите, преобразовалось. Теперь у нас что-то канал, на что-то похож. Нажимаем на триллер. Вообще-то можно было не нажимать. Нажимаем на триллер, берем ссылочку. Возвращаемся к себе. Нажимаем на вот этот карандашик. И здесь написано, который хотите посоветовать зрителям. Рекомендуемый контент. Добавить ссылку. Выбираем видео. Так, рекомендуемый контент. Нажимаем на нет. Вот у нас. То есть нажимаем на вот это. И вот у нас один здесь только клип. Или же мы можем ввести ссылочку. Так как у нас один, мы выделяем его и нажимаем сохранить. Еще раз нажимаем сохранить. Вот у нас теперь будет он для зрителей. Дальше что мы делаем? Дальше мы нажимаем на вот этот добавить раздел. Добавить раздел. Здесь мы нажимаем популярное видео. Вот оно, популярное видео. И нажимаем готово. Переходим к себе на канал, видео нажимаем и нажимаем главное. Вот он у нас, популярное видео. И еще раз нажимаем на вот эту кнопочку, и здесь уже загрузки, и нажимаем готово. Обновляем. Вот у нас уже загрузки появились. Дальше мы опять нажимаем на эту кнопочку, и здесь уже мы можем что делать? Здесь можем понравившийся, опубликованный в эфире, предстоящий, и нам нужны плейлисты. И здесь нажимаем или один плейлист, или все плейлисты. Нажимаем все плейлисты, и здесь будет отображаться у нас плейлисты. Здесь нажимаем готово. Все, у нас здесь будет отображаться плейлисты. Еще что? Давайте добавить плейлист. Добавить один плейлист. Как добавляются другие плейлисты? Здесь мы нажимаем. Так, где же мы нажимаем здесь? Нажимаем здесь, кажется. Здесь нажимаем. И здесь введите URL плейлиста.
мы можем здесь поставить свой плейлист с другого канала. Ну, например, мы переходим к себе на канал. Вот на этот канал. Так. Плейлисты. А, немножко не так, ну ничего. Сейчас мы дойдем. Заходим к себе на канал. Нажимаем плейлисты на этом канале. И вот выпадают наши плейлисты, какие у нас есть. У нас есть то-то, то-то. И есть разное. Нажимаем, к примеру, на разное. И копируем ссылочку. Здесь вот у нас. И копируем ссылочку. Вот эту копируем. Переходим к себе на канал. И вставляем его вот сюда вот. И нажимаем добавить. Вот, пожалуйста. И не забываем нажимать готово. Все. Так и дальше. Еще самое главное. Не забываем поставить плейлист. Вот этот. Плейлисты, каналы, подписки. Обязательно. Это для того, что готово, нажимаем. Кто подпишется на наш канал, чтобы мы отображались у него на канале. Также он должен будет отображаться. Вот такой коротенький урок у нас получился. Я еще повторюсь. Мне нужно 5 человек, чтобы вывести канал в топ. В течение месяца, мне кажется, спокойно мы уложимся. Смотрите продолжение. До новых встреч!